Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Я нахожусь в Lyydex. Вот такой бюджетный магазин. И в прошлый раз снимаю обзор и говорю, народ, если вы проголосуете, я приду, сниму примерки. И многие написали, Оль, приходи, снимай. Будет хоть над чем, как говорится, поржать. Может быть, действительно, что-то и приличное найдешь. Вот 35 минут у меня ушло, пока я что-то нашла, действительно, что на меня налезет. Конечно, хоть и написано «Ута», но когда смотришь на эти вещи, даже на размер 2XL, 3XL нет. Нет, это, конечно, не налезет мне ни на какую, как говорится, сторону. И все равно, вот что ни говори, берешь вещь в руку и чувствуется, что ну, за 12 евро, конечно, ты не можешь ожидать ничего вот такого, что прямо умереть не встать. Хоть и написано «Тесен-тесен, велик-велик». Видите, какая красота. Расцветочка прелесть, но фасончик оставляет желать лучшего. И когда смотришь на это тряпье, да, в прошлый раз я тоже прикалывалась, но кому это все было куплено, для кого вот эта закупка сделана, конечно, да, оставляет желать лучшего. Вот как бы я не обожала полоску, но когда я смотрю на эту полоску, да, конечно, очень нужно хорошую фигуру, чтобы такое платье одеть. И очень тонкое оно. Оно будет просвечивать ровно, ровно все, труселя и так далее. Ну и куда же я направляюсь? Вот, пожалуйста, примерочные открытые. Очереди никакой нету. Заходи, тетя Оля, и примеряй. Ну и первое, что я нашла блузку от фирмы Brandex. Brandex раньше делал, у них было две линии, линейки для бутиков и потом была для магазинов. То есть в сетимаркете и так далее продавали тоже Brandex, немножко подешевле, чем в бутиках. Я имею несколько вещей, фирма неплохая, фирма издания, ну, 49,95, не так уж и, скажем, бюджетно. Но меня порадовало, что эта вещь натуральная. Ну вот опять, хоть люди говорят, Оля, теперь лен. Вот такого качества, да, это вот, конечно, самый дешевый лен, который может быть, вот такой тонкий, конечно, структура вот такая, если ты постираешь, он может и подсесть, написано от 3 до 5%. Этот, как говорится, лен может сесть. Но на всех языках мира, будьте любезны, написано, что как стирать и так далее, и даже пуговка пришита, если пуговка оторвется, вот эта лилипутская, ее можно, конечно, пришить. Ну и удивило, что да, налезла наверху. Конечно, мои толстенькие рученьки опять сюда не поместились. Мне пришлось открыть манжеты. Очень туго-туго-туго, руку боль не поднять. Ну, в грудях вроде ничего застегнулось бы, но вот опять пузень. То есть, конечно, размерчик не мой, но как мне нравится этот цвет. И пока у меня вот эти синие волосы, да, конечно, розовый, как здоровско. Как здоровско мне нравится этот цвет. Да, красота. И у меня люминая помада, про это тоже много раз спрашивают. Вот это взяла, я показываю их в прошлый раз. И мне не найти было размера. Потом я нашла, что это Yhdenko, написано по-фински. То есть а размер One Size 24,95. Как мне одно время хотелось вот такую накидушку. Но накидушка маленькая. Какой хороший рукав. Вот рукав просто для моих рученек, как говорится, эх, мармелад. И прикрывает локоть, и можно руку поднять. Но внизу материальчика не хватило. Не хватило. Даже если я развяжу этот же дудок, даже без дудка, все равно, вот видите, как говорится, жопень не помещается. Да, конечно, такую белую накидушку куда-нибудь вот так на юга даже, просто красота. Но не мой размерчик, да. Слишком большая попа у меня. Это фирма Сисо. Сисо фирма из Дании. Когда я в Хельсинки снимаю фэшн-центр, я показываю витрины Сисо. Это одет для пухляков. И я в своих примерках показываю синие брючки. У меня их несколько пар. От Сисо это тоже фирма из Дании. Конечно, они делают вещи очень приличные. Я удивилась, что в этом магазине эти Сисо платья, но потом я поняла, что старая коллекция, видно, они купили какой-то сток, и поэтому эти Сисо платья висят вот в этом
магазине. Ну, цена тоже никакая не бюджетная, но вещь очень мне нравится, конечно, цвет не мой, вот как бы я к зеленому, не знаю почему, отношусь очень равнодушно, и этот зеленый еще, мне кажется, делает мое лицо желтизной. Так, это размер у меня 48, мне, конечно, нужно было размер 50, 49,95, ну, это старая коллекция, конечно, это все понятно, поэтому видно, они купили какой-то сток и вот, как говорится, продают. И здесь у нас написано «Denmark». Это фирма из Дании, как стирать. Но опять же, очень мнется. Здесь вот небольшая резинка, но оно мне коротковато. Конечно, мои коленочки видны из-под этого платьишка. И опять меня тянет вот на эту расцветку. Я не знаю, народ, но это что у меня с годами? Вот такое пришло. Раньше бы меня хоть палкой по спине бей, я такое бы в жизни не примерила. Ну, тут вот опять я стою вся такая Донна Роза Дель Вадорес. Какой приятный материал, такой холодящий эффект. Рученьки мои поместились, груделя тоже и жопень. И вот я просто девочка-конфетка, самовара только рядом не хватает. Но опять коротковато. Вот колени мои, конечно, видны, но вот здесь просто фасончик мой. Так как у меня нету талии, здесь у нас отрезано под грудями. И вот такой, как говорится, валан. И что мне нравится в этом платье, не просвечивает оно вообще. То есть не видно ни бюстгальтера, ни ваших труселей. Да, конечно, очень-очень миленькая. Расцветка не моя, а так вроде как и неплохо, скажем так. Ну и это у нас вот такой размер L-XL. Это у нас вискоза. Я сразу поняла, почему холодящий эффект. 34,95. Да, в Louis Dutex поднялись фирмы, цены. Финны тоже не дураки. Они хотят, конечно, поднять немножко цены, когда будут скидки, чтобы хоть какие-то деньги заработать. Раньше было гораздо все бюджетнее. Вот этот цвет не мой, мне кажется, бледноватый, но взяла из-за того, что был размер, приятный очень фасон. Единственное, вот как говорится, бывает. Посмотрите, какой хороший верх. И верх мне влез, и рукав, и вот такой хороший рукав, который прикрывает локоть. И отрезано опять под грудями, но вот эти карманы. Да, карманы, конечно, неудачные в том плане, что материал очень тонкий, и если в карманы ты хоть один раз положишь телефон или что-то тяжелое, они сразу будут отвисать. Вот я когда сняла это платье, посмотрела, как пришиты карманы, сразу поняла, что да, конечно, карманы будут висеть, будет прямо видно, что в этих карманах лежит. И, конечно, это платье коротковато, у меня опять колени видны. Вот я не знаю, народ, я 1,68 м, это на какой рост такое платье сделано? Вот опять мне непонятно. Ну, эта фирма у нас бюджетная, конечно, XL размер. И 39,95. Красная цена этому платью было бы евро 15. Да, конечно. Очень приятненький материальчик. Все. Ну вот, пока посмотрите, карманы как пришиты. Да, то есть вот две ниточки уже как бы растянуты. И это еще новое платье. То есть в этом платье еще никто не гулял. То есть нитки, конечно, плохого качества, видно прямо вот швы. Ну и мои любимые мумики. Правильно, девочки, вы говорите, что мерить надо всегда везде. Иногда бывает вот так вот, и на старуху найдет вот такое, что, конечно, мимо мумиков пройти не могла. Но опять короткая. Вот я не знаю, это материала не хватает или сейчас мода, чтобы коленки были видны. Моя покойная свекровь всегда прикалывалась над моими коленками, что у меня такие толстые коленки, у нее были коленки острые. А на мне был размер 2XL, и он был мне маловат. И я взяла размер 3XL. Конечно, ширина сразу совсем другая, но материальчик точно такой же. Все, даже как вот эти пику мю расположено, все то же самое. Наверху вот она сидит, ручки у нее под щечки прижаты, все то же самое. Хорошая ширина, но опять в 3XL, конечно, коротковато. Безумно мне нравится этот цвет цикламена, магенда, называйте как вот эту фуксию.
конечно, очень вот это мумики серия красивая. Ну и 49,95, по-моему, в Ситимаркете я мерила 54,95 он стоил. Вот у меня размер 3XL. Да, в ширину, конечно, материальчика не пожалели, но длина коротковата. Опять вот мои колени, как говорится, видны. Я бы хотела, чтобы оно было на 10 сантиметров длиннее. Ну и, конечно, если, не дай бог, ты наклоняешься в таком платье, я тоже думаю, что кто-нибудь, кто стоит за тобой, может и в обморок упасть. Конечно, подлиннее бы это платье могло быть. Но приятно удивило, что, видите, и Сисо, и Брандекс, и Мумики, то есть и вот в таких дешевых магазинах можно что-то приличное найти. Ну и мое любимое черно-белое. Вот без черно-белого никуда. Вот такой хомуток, ворот, мне кажется, он продавался и в 1995 году, и в 1895 году. То есть, конечно, я всегда смеюсь вот над этим, ну, воротком. Этот хомуток, конечно, наверняка уже носили и будут носить. Очень приятный материал, но вот кофта дешевая. Вот что ни говори, хоть бы как бы она здорово пошита не была, но все равно вот в ней есть какая-то дешевость. Мне кажется, эта дешевость 29,95 цена, 50-52 размер, из-за того, что вот не очень хорошо сделано. Вот этот шов, где у нас ворот. Вроде как и две нитки. И все равно как-то вот уж больно вот с этой стороны дешево сделано. То есть вот мой взгляд сразу вот сюда, как говорится, кидает. Да. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампре. Всем физкульт, привет!